Я всех вас приветствую на своем канале «Кто зашел ко мне». Сегодня у нас будут рецепты выходного дня. Это приготовление чизкейка с клубничным конфи, с карамелью и печеньем Орео. Принцип приготовления один и тот же, только украшение на ваше усмотрение. И возьмем сегодня печенье двух видов. Сахарное и печенье Орео 24 штуки. Давайте готовить. Берем 300 грамм печенья. 2 яйца, 80 грамм масла, 400 грамм сливочного сыра, 100 грамм сахарной пудры, 100 миллилитров сливок 33%, 15 грамм кукурузного крахмала или муки, 10 грамм ванильного сахара, сок половинки лимона, цедр лимона и щепотку соли. Печенье 300 грамм мы измельчили вот до такого состояния. И теперь смешиваем мы вместе масло и печенье. Так, прям такую перетирать. Не дожить и приготовить. Я и забыла. Форму мы взяли 24 в диаметре. Пергаментом застелили. И теперь высыпаем наше печенье с маслом. Берем стаканчик и уплотняем. Вот так вот мы уплотнили печенье с маслом. Выпекаем песочную основу 10 минут при 200 градусах температуры. Дальше. Что? 8 граммов высыпаем крахмала. Можно кукурузный, можно и картофельный. Без разницы. Соль по вкусу. Цедр лимона. И начинаем перемешивать. Но перемешивать тяжеловато, поэтому придется надеть перчатку и перемешать. Добавляем мы ванильный сахар. Будет вкуснее. И все перемешиваем. Добавляем по одному яйцу. Перемешиваем. Вот такая консистенция получается. Выливаем сливки и перемешиваем. Жалко. Пропекший наш корж, мы выливаем наше все содержимое, что мы перемешивали. Разравниваем. И ставим нашу духовку на 160 градусов на 1 час. Для заливки нашего чизкейка берем 170 грамм ягод, 50 грамм сахара и 5 грамм желатина. Делаем вот такое вот желеобразное. Оно должно застыть, и мы будем заливать чизкейк. Час у нас прошел. Чизкейк наш готов. Вот он нормальный, вот в таком состоянии. Вот он. Сейчас остынет, и мы будем его заливать желе. Желе наше тоже остывает и густеет. Такое красивое. И будем заливать наш чизкейк. Классический чизкейк с клубничным конфи. Вот такой красивый получился. Вот он в разрезе. Так вот. Сделай тише свой звук. Смотри. Чизкейк с карамелью сегодня у нас вот такой. Вкус просто божественный. Первый слой – хрустящая печеница. Второй слой – творожок пружинистый. И третий слой – верх – это сливочная карамель. Все эти три слоя очень гармонично сочетаются друг с другом. Это чизкейк с печеньем Орео. Чопай. Чопочка, дай бабушка снимет вот так вот. Кутком. Красиво. Бабушка вот снимет, как мама режет.
Если